Титров, вы смотрите программу «Бонус» в рубрику «Компьютерные игры». Наступило лето, все нормальные люди ушли в отпуска и разъехались по своим дачам и приусадебным участкам, где уже поспели различные плодово-ягодные культуры, необходимые для ведения здорового образа жизни. Тем же, кто остался в пределах, так сказать, городской черты, развлечений осталось не ахти как много. Одним из таких развлечений является наша программа, а поэтому мы незамедлительно начинаем. Первая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, называется Machine Hunter. Действие игры разворачивается в определенной местности, где-то в пределах нашей галактики. Более того, возможно, даже в нашей Солнечной системе. Некие пришельцы вторглись в пределы нашей галактики и начали там свои бесчинства. Как называются пришельцы, неизвестно. По игре их величают вторженцы. Как вы уже поняли, ваш герой должен исторгнуть пришельцев обратно, и желающих исторгаться можно просто отправить на тот свет. Как вы заметили, Machine Hunter — это типичная стрелялка с видом сверху. В начале игры ваш игрок вооружен двумя довольно мощными пистолетами неопределенного устройства. Однако он обладает одной интересной особенностью. При встрече с вражеской боевой единицей наш герой после непродолжительного поединка может перевоплотиться в побежденную технику, причем вся энергия его будет полностью восстановлена. Кроме того, существуют различные призы в виде пополнения энергии, а также бонусы, позволяющие увеличить мощность оружия. Причем на каждую форму нашего героя бонус действует по-разному. Если ваша энергия как танк закончится, вы снова обретете форму человека. Если же ваша человеческая энергия иссякнет, то вы обретете форму, в которой от вас, как от спасителя человечества, не будет никакого толку. Помимо истребления пришельцев, вам необходимо освобождать заложников. Заложники — это такие люди, которые сначала попадают в плен, а затем за них должны заплатить выкуп или освободить силы. Если освобождение силы проходит неаккуратно, заложники превращаются в человеческие жертвы. Слава богу, в данной игрушке при всем старании вы не сможете причинить пленникам никакого вреда, хотя иногда они находятся в настолько недоступных местах, что легче было бы их пристрелить, чем освободить. В игре вы можете менять опции так называемой виртуальной камеры. Например, вы можете сделать так, чтобы не пейзаж вертелся вокруг вас, а поворачивался только ваш герой. Это очень удобно, если у вас недостаточно мощный компьютер. Судя по всему, игра Machine Hunter перекочевала на PC с какой-нибудь видеоприставки. В связи с этим есть маленькое неудобство. Записаться в ходе игры невозможно. Просто по прохождении уровня вам дают код следующего эпизода. Это действительно очень неудобно, поскольку уровни довольно сложные. Например, в одном из них вам понадобится заминировать какой-то реактор и в течение очень короткого промежутка времени просто сбежать оттуда. Этого сделать лично мне пока еще не удалось. Также иногда хотелось бы заставить героя стрелять в одну точку, поскольку нередко драгоценные заряды одного из пистолетов улетают в пустоту. Игра Machine Hunter привлекла мое внимание, потому что, во-первых, как ни странно, но я давно не натыкался на простые стрелялки, где можно полюбоваться на своего героя хотя бы сверху, и при этом они были бы сделаны довольно-таки сносно. Кроме того, хваленая игрушка Unreal, о которой я собирался рассказать в этой программе, отказалась работать, так что пришлось ее срочно заменять. А про Unreal я, наверное, расскажу только в следующей программе. Следующий программный продукт, который мы сегодня с вами рассмотрим, является несколько необычным для нашей программы, поскольку это не совсем игра. Называется сей продукт Rock'n'Roll Your Own, что можно перевести как ваш собственный рок-н-ролл. Если вы любите музыку и вам нравится сочинять, но вам не по карману высококлассное музыкальное оборудование, то я настоятельно рекомендую вам Rock'n'Roll Your Own, программу для сочинения своих музыкальных композиций. Что это такое? После загрузки программы перед вами возникает основное меню, где вам нужно выбрать стиль, в котором вы намереваетесь творить свой нетленный музыкальный шедевр. Каждый стиль представлен по-своему и оформлен соответствующим образом. Меню стиля включает в себя набор музыкальных отрывков, несколько вокальных партий, а также определенное количество звуков, которые вы можете добавлять к основной теме прямо с клавиатуры. Чтобы создать свою незабываемую мелодию, нужно просто зацепить мышью нужный отрывок и перенести на звуковую дорожку, которая представлена внизу в виде пустых отверстий или других непонятных знаков.
После этого нажимаете play, и собранная вами мелодия воспроизводится в режиме нон-стоп. Кроме того, она сопровождается видеоклипом. Вы можете разбавлять ее различными дополнениями. Кроме того, также есть возможность записать свои собственные звуки. Если собранная вами мелодия вас устраивает, можно приступать к записи. Иконка магнитофона в правом верхнем углу активирует записывающее устройство. Также вам предоставляется возможность создать свой стиль в меню под названием «Ваш рок-н-ролл». В этом меню вы можете смешивать мелодии, как вам заблагорассудится, и кто знает, может быть, на свет родится новый музыкальный стиль, от которого будет сходить с ума молодежь третьего тысячелетия. В целом, Rock'n'Roll Your Own — довольно интересная программа, позволяющая вам почувствовать себя, ну уж если не Чайковским, то по крайней мере диджеем Дадо. Если вы имеете музыкальный талант, но не имеете музыкального образования, то я настоятельно рекомендую вам приобрести эту программу. Дорогие геймеры.